Батарейки в весах. Я расплакалась. Ну, потому что какого черта? Такое доброе утро. Потому что я сегодня еще встала, у меня, короче, глаз отек, и что-то там, как... ну, не надо риски снимать. Ну, в общем, утро немножко не сдалось. И тут эти весы, то есть, значит, я кофе не сварю. Ну, или другое надо варить, а я уже перемолола зерна хорошие. И, в общем, Паша... каким-то просто, как Гарри Поттер, так палочкой взмахнул, применил все свои знания с уроком заклинаний. И вот у меня теперь какая-то небезопасная конструкция. Вот, получается, там батарейки маленькие, такие тоненькие, а Паша как бы большую подконнектил. Только воды не налей туда. Ну что это за гений тут со мной живет? Так я смотри, не трогай только. Батарейку? Ну все, я фарикую в основном. Продолжаем эстетичную съемку кофе. Спасибо. Я тут перекрестила кофе и не сняла это. Вы пропустили кадр пересмачивания. Сзади весов это выглядело вот так. Такой вот деревянный проводничок у нас, да? Нет. Вот это проводничок. Деревянное непонятно что. Что это, как это называется? Держит просто... Это у нас из фольги проводники, да? Ну-ну-ну. Вау. Вот что я на физике могла бы узнать. Покупаешь органайзеры, и так выглядит ожидание, а так реальность. Доброе утро, ребята. От нас с Молечкой. Сегодня 5 апреля, среда. Такой внегласный полувыходной для меня, потому что обычно у меня в этот день сессия с психологом, еще я езжу на рынок покупать продукты, цветы, и стараюсь, так как я выезжаю из дома куда-то, стараюсь еще что-то сделать такое, что... нужно выехать. Например, сегодня котяткам нужно купить зубочистки, то сорта воняет, как из помойки. И так как будет много всего, я думала записать влог такой 2-3 дня, совместить, показать какой-то немножко быт, что-то актуальное в моменте, вот, в апреле, так сказать, а потом уже перейти к февральскому влогу. И да, сегодня что-то пошло не так, и я с утра себя чувствую так себе... Но я не хочу сдаваться, потому что обычно, когда я сдаюсь, тогда я уже вообще себя не очень хорошо буду чувствовать. И поэтому я буду продолжать. И сейчас у меня 12 минут до звонка. Обычно перед сессией я стараюсь немножко посидеть, подумать, что там было на прошлой, что было на этой неделе, и, может быть, там понять, о чем я хочу говорить. Это замедление... мне нравится, и я чувствую, что начинать сессию так приятнее, чем когда я за минуту подбегаю к компьютеру и сажусь. Какой-то вот когда есть
предусмотрительно заказал завтрак. Мы заклеили низ окна, чтобы Моя не мог смотреть и лаять на других собак. Теперь он делает вот такой умный песик. Сегодня ровно 2 недели, как у Моли течка, и, конечно, не очень классно с ней гулять, где много собак, потому что некоторые прям пристают. Вот, не то чтобы ужасно, но просто не отпустить, не как-то побыть на одном месте, потому что если кто-то подходит, надо немножко идти в другую сторону. Но надеюсь, что уже скоро она закончится. В Амстердаме есть вот такого рода велосипеды, они достаточно популярные. И здесь часто возят детей, но еще и собак. Особенно, когда собака огромная, или их 3-4 вот там вот прям сидят. Эти велосипеды супер дорогие. Я что-то слышала про 6 000 евро. До сих пор, если честно, не верю. Но для этого видео погуглю и покажу. Быстренько в этом плохом свете свой уход. Первое — это крем под глаза Kiehl's, достаточно популярный продукт их, и мне кажется, я пользуюсь им 1,5 года. Собственно, это 2-я баночка, которую я купила. Кстати, на этот раз я купила маленькую баночку, потому что большую я не успела использовать до того, как истек срок годности. Хотя я, по-моему, каждый день пользовалась. Второй продукт я купила относительно недавно, можно сказать, 1,5 недели пользуюсь. Это iSop, крем, который как бы и увлажняет, и защищает от солнца. Здесь SPF 25, то есть это на такое время, сейчас. Так он выглядит. Мне очень нравится. И почему я вообще его резко купила? Хотя вообще-то у меня есть крем другой. Меня подкупило то, что здесь сразу и увлажнение, и солнцезащитный крем. И это, блин, так удобно, потому что вот как-то 2 крема наносить мне не очень нравится. Еще он супер приятно пахнет, просто вау. В общем, если я собираюсь куда-то выходить, то я изначально использую только его. И, собственно, это весь мой уход. Если я никуда не собираюсь в этот день, то я наношу просто увлажняющий крем Don't Touch My Skin, я его уже показывала. И я им пользуюсь, по-моему, 3 месяца, и мне кажется, тут еще достаточно много. В общем, баночки надолго хватает. Все, что я использую каждый день, вот утром и вечером, вы видите на этой полке. А сейчас я попробую сделать первый раз укладку на Dyson с средством, которое вообще-то как бы для выпрямления. Здесь написано Straight Control Plugs. Не знаю, может быть, имеется в виду не только на прямые волосы. Но, в общем, делала я с утюжком кудри, и офигенно держались они. И такая термозащита Кевин Мёрфи. Уже не очень много осталось, мне кажется, где-то здесь. Больше года даже, по-моему, мне этой банки хватило. Но я, естественно, не очень часто ее использовала. Сложно отследить эффект ее работы, но лучше, так сказать, использовать, чем нет. Мне кажется, настала пора первого «Собирайся со мной». И я хочу дать небольшой обзор на вот этот девайс Styler Dyson, который у меня появился в этом году. Его мне подарил Паша на Новый год. Первые разы у меня вообще ничего не получалось. Реально прям нужно было время наловчиться. И даже до сих пор они как-то слабо держатся. Не знаю, короче, я все еще пробую, экспериментирую. Но, возможно, со средством, которое я сейчас использую, будет лучше. Это первый раз, поэтому проверим вместе. Вообще, с появлением вот таких заколок стало гораздо проще, потому что как раз без них очень сложно разделять пряди и, соответственно, как-то удобно крутить волосы. И даже утюжком выпрямлять стало с ними гораздо удобнее.
Первый раз взяла кофе в Лот 61. Если честно, мне невкусно. Ну, точнее как, не ужасно, но не очень. А вот Паштейш Доната прям огонь. Ух, наконец-то села в более-менее спокойном месте. И хочу поболтать с вами, рассказать, как я сейчас меняла велосипед. В общем, мы когда только приехали, через буквально пару дней взяли в аренду велосипеды. И получается, с того момента прошло 5 месяцев. И на самом деле все это время мой велосипед просто отвратительно вел себя. Я не знаю, как это сказать. Короче, наверное, основное, что меня сильно бесило, это то, что у меня сидушка постоянно ездила во все стороны. Во-первых, она теряла свою высоту, и мне было неудобно сидеть. Ну, плюс она начинала вот так вот ездить, и вот так вот ездить. И я ездила один раз ее как бы менять, но она очень быстро снова разболталась. И мне было лень как бы специально ехать опять, потому что не супер близко их точка. Но это еще как бы, я не знаю даже, что из этого всего хуже, это на самом деле самое неудобное, но еще мой велосипед очень медленно ездит. И как я это поняла, я просто села на Пашин и офигела, что я прилагаю столько же усилий, но я еду, я не знаю, там, в 3 раза быстрее. Я не знаю, что с ним не так, может быть, у него сдуты шины, может быть, он просто как-то медленно работает. Короче, сложно это все объяснить, не прочувствовав, но также там плохо работают тормоза, и я тоже обращалась по этому поводу, и мне типа их там что-то смазали, починили, но они все так же ужасно, ну как бы не ужасно, но они слабо работают, то есть если ты сильно разгонишься, тяжело затормозить, они не очень откликаются. Вот это мои нелюбимые машинки. Потому что они часто ездят по велодорожкам и занимают полностью велодорожку. Еще, например, ножка, которая держит велосипед, она его просто не держит. То есть ты ставишь велик, он просто наклоняется вот так и чуть не падает. И малейшая неровность на дороге, он не сможет стоять, потому что очень сильно идет изгиб в бок. Короче, там просто, я не знаю, все, даже звонок плохо работает. Да, и, короче, в последний раз, когда я ездила на велосипеде с Пашей, я села за его, прочувствовала, что это просто небо и земля. Он тоже прочувствовал, какой у меня галимый велосипед. И, в общем, сегодня я пришла с мыслью, что все, я его сейчас меняю. Не ремонтирую ничего, не там даю еще какой-то шанс. Все, я просто меняю велосипед. И, в общем, я пришла, говорю, хочу поменять велосипед, и мне этот парень предлагает как бы починить вот это, спрашивает, что не так, и начинает это чинить. Я просто думаю, нет, ты меня не проведешь. Я ему еще раз говорю, нет, я хочу поменять велосипед, типа, сори. И как-то вот видно было, что он как бы не хочет это делать, не знаю почему, если честно. Может быть, им так положено, да, сперва что-то чинить, а потом уже менять, но я просто понимаю, что третий раз опять ехать не хочу. Вот, ну и все, и, короче, я настояла, он поменял, и реально, я сейчас села за, как бы, новый другой велосипед, и просто как приятно ехать. В общем, я безумно счастлива, что теперь у меня нормальный велосипед спустя 5 месяцев. А еще, кстати, я отвечала на вопрос в прошлом, наверное, видео, из Парижа, что хочу ли я купить. И, в общем, я просто поняла, что да, я хочу купить. Все, вот после этой замены в SwapFit я поняла, что просто я хочу лучший хороший велосипед. Все. Ну, еще я поняла, что считать не умею, и прошло всего 5 месяцев аренды, а у нас как бы такой типа фиксированный контракт на полгода, соответственно, надо еще, по-моему, месяц или даже чуть-чуть больше. Но, в принципе, это ок, потому что, наверное, придется ждать новый велосипед. В общем, посмотрим. Много кто спрашивал, что у меня за сумка, в которой я вожу Молли. И да, она клевая, удобная для маленькой собачки. Ну, вот здесь написано... Но рядом висит похожая сумка Трикси, и я думаю, что, ну, наверное, есть какие-то дизайны, ой, бренды, которые выпускают точно такие же. Но это, кстати, самая стиль. Можно погуглить в своем городе, может быть, на Озоне продается. Тоже посмотрю, если найду, оставлю ссылку. Как назло, все, что я хочу показать, находится за бетоном. В общем, маленькая стоит 40 евро, есть еще побольше за 50. И вот тут торчит Трикси, что-то очень похожее, но, если честно... Чуть менее стильный, этот розовый цвет мне не очень нравится, но, по-моему, она выглядит так же. Выбрала Моллечке вот такую игрушку и хотела выбрать Муви большую и другую, а потом вспоминаю, что он вечно гонится потом за ее игрушкой. И как будто бы есть смысл купить одинаковые, может быть, он поймет, что они, блин, одинаковые и не надо ее брать. В общем, такую же, только большего размера. Плюшевые игрушки вообще не рекомендую Джек Расселом. Муви просто за минуту их уничтожает. А вот такие, где внутри нитки, конги,
гораздо круче. Что еще купила собачкам? Вот такие вкусняшки. Наверное, это фавориты, потому что они low-fat, и можно побольше их давать, а мы прям очень много даем, потому что постоянно тренируем их. И, чтобы вы понимали, всегда сразу 3-6 пачек мы берем, потому что их ненадолго хватает. И еще вот такие косточки, тоже сразу по 10 штук. Это вот Молечкина маленькая зубная щеточка. А это Муви. Молли свою ест очень долго, и ей они реально классно подходят. Но для Муви это скорее просто вкусняшка вечером, потому что он съедает за 15 секунд, а хорошая зубочистка должна жеваться там, не знаю, 5-15 минут. Не помню, сколько говорил ветеринар, но, короче, гораздо дольше. Когда мы жили первую неделю в Амстердаме у Насти, мы очень часто... Точнее, я очень часто проезжала вот эти дома, и они издалека выглядят очень круто и необычно, потому что они супер новенькие такие, но как бы в стиле амстердамской архитектуры, в смысле центра исторической архитектуры, но видно, что они современные. Вот, и я сейчас первый раз их вижу так близко. Хотела и вам показать поближе, в общем, здесь такие огромные окна, как я люблю, и мне очень нравится, что они такие невысокие и в таком стиле, и прям целая улица именно новых. А напротив сразу уже видны старенькие. Еще, кстати, потихонечку все зеленеет. У нас возле дома, мне кажется, как-то больше все зацвело. И вот прям зелени. Вот тут вот как бы видно. А дальше все еще голое. И тут вот голое. Здесь вот парочку домов уже, конечно, не такие огромные окна, например, вот в этом. Здесь уже чуть больше. Следующий дом прям вообще обалденный. Здесь снова гигантские окна и какие-то зеркальные панели. Если честно, я не понимаю, зачем они. Но это все зеркала. Просто не везде видно вам, скорее всего. В общем, очень прикольно выглядит. Мне очень нравится в центре находить на разных улицах какие-то новые дома, потому что они так внезапно вылезают. И, наверное, я все-таки предпочитаю современную застройку. Хотя старые дома безумно красивые здесь, но как-то вот это мне ближе. Как-то увидела вот этот рилс в Инстаграме. И подумала, да это же я, это просто я на всех прогулках. Надо как-нибудь сводить вас в мой любимый такой классный район и показать любимые домики и квартиры. Как-то неожиданно я оказалась в Дехален. Мне про него несколько раз говорили, и даже Саша, когда приезжала, спрашивала, была ли я здесь. А я не была, я не знала, что это, и вот случайно пришла. Очень прикольное место. И находится оно прям как бы во дворике тех домов, которые я вам только что показывала. Я так понимаю, что здесь просто много всяких кафешечек и магазинчиков. Даже есть библиотека с кафе, где довольно тихо и спокойно. И дальше, если пройти, то уже зал. И, собственно, большой зал фудхаллен, где уже, наверное, куча точек. Всегда, когда вижу такие фудхоллы, сразу вспоминаю Лиссабон, потому что я была там на таком рынке еды и ресторанов первый раз. И мне там очень понравилось. И там он прям гигантский, но здесь, так сказать, небольшой. Нашла кое-что просто потрясающее в моем вкусе. В общем, называется Anno Studio. И тут всякие такие немножко азиатские, точнее, японские иллюстрации. Очень красиво выглядят. Магазин называется The Maker Store. И здесь прям очень много локальных брендов. Прям рекомендую за подарочками из Амстердама зайти сюда. Прохожу магазин денима, и тут на входе, так сказать, охранник уснул. Все-таки вынесла такую маленькую картинку, решила повесить ее там, где у меня висят все открыточки и фотографии перед рабочим столом. Надеюсь, впишется. А тут выглянул шикарный свет, просто обожаю такой, как дымка. Уже почти 5 часов, но я пришла за цветочками, и тут сегодня, кажется, совсем-совсем не покупали, потому что обычно к вечеру уже ничего нет. Но, если честно, какие-то они и не очень. Вот этот цвет мне не нравится. Вот эти какие-то сильно-сильно с зелеными листьями. В общем, обычно что-то посимпатичнее. Если не ошибаюсь, то это маки, которые запрещены в Беларуси.
но тоже как-то не очень прям привлекательно выглядит. Сегодня тот день, когда я уйду не с тюльпанами, а с чем-то другим. Так, думаю насчет подсолнухов, они вот прям симпатюлечки. И вот насчет вот этих, просто называю, как они называются. Я их почти каждый раз хочу взять, но отдаю предпочтение тюльпанам. Закрывается моя любимая булочная. В нее я не успела. Купила 20 таких розовых гербер. Очень миленькие, красивые. Представляете, 20 штук, 7 евро. Корзинка успешно загружена. Все влезло. Без нее невозможно шопиться. Так, хочется теперь показать вам, как это выглядит, когда детей везут в такой тележке. Подъехала уже к своей улице и хотела показать, какая она вся стала зеленая. Такие деревья уже и зацвели, и прям много-много зелени. Только что передо мной вышел Филипп, это парень, с которым мы познакомились на собачьем поле. Вышел со своей таксой, он меня не видел, потому что он вышел и пошел вперед. Но это так приятно, встречать знакомых людей на районе, хотя их практически нет, но вот как раз такие случаи. Я пришла, меня никто не встречает, потому что они еду ждут, и не до меня. Кто я такая перед едой? Молли? Что я не успела сделать перед выходом? Я хотела рассказать, что на мне. Outfit of the day. Это, на самом деле, просто самое любимое, что мне хочется сейчас носить, когда уже более-менее потеплело. Это такая курточка Acne Studios. Она как верхняя одежда, но как будто... просто большой свитер сверху. В общем, очень красивый цвет. Такой, знаете, весенний. Также сумка тоже их. Безумно красивая. Правда, маловатая. Мне ее подарил Паша на день рождения в 2021 году. Она пришла чуть позже, чем был день рождения, и поэтому я не показала ее тогда. И с того момента практически не пользовалась, потому что, так сказать, особо не было возможности. Потом она долго лежала на складе или где-то. И вот, наконец-то, весна, она такая светленькая, и я очень хочу ее чаще носить. И на самом деле, в принципе, если брать шопер, то очень даже хорошо. Дальше, штаны тоже просто безумно любимые сейчас. Это Aim Claw, я их уже показывала. Они реально просто 20 из 10. Я прям очень советую. Надо посмотреть, может быть, когда-нибудь у них появятся черные. Я бы хотела еще черные. И они же очень классно сочетаются с этими кедами. Это Converse Comme des Garçons. Такие в горошек, я их очень давно хотела и в Лондоне в этом году купила. В общем, будете часто видеть меня в этом наряде. Поели и пришли целоваться со мной. Муви, сидеть. Так, спокойно. Молодец, да. Пошел играться, веселиться. Как-то она не сильно радуется. Типичный обед в среду, жареная рыбка с соусом с рынка. Сегодня последний из нескольких солнечных дней, а потом снова неделька такая пасмурная. Просто невероятно приятно на улице, тепло, плюс 12, 3 километра в час ветер, то есть его просто нет по местным меркам. Ну, как бы, в принципе, по цифрам его тоже нет. Очень хорошо на улице, и мы решили пойти с мальчиком в парк. Еще я очень хотела дойти до вот этого места с небольшой магнолией. Такой, знаете, одной среди ничего. Которая совсем недавно начала цвести, но уже, мне кажется, я все-таки пропустила момент, когда она прям идеально раскрылась. Уже как будто бы она стремится опасть. Мы дошли до парка, и тут вовсю цветут деревья. Дошли до того самого главного места. Посмотрите, как красиво. Ох. И представляете, здесь 2 недели назад уже цвело. И я была уверена, что уже все отвалилось. И я очень поздно иду в хорошую погоду. Но нет. Красота. Очень красиво. И все такие сидят, что-то едят, кайфуют. Еще посмотрите на это. Сверху дерева сидит птица.
Наконец-то потеплело, наступила эта долгожданная весна. Я надеюсь, что уже финально, реально, что уже только теплеть будет. И наконец-то можно проводить больше времени на улице, можно больше гулять с собаками, что-то слушать, ходить, читать. Я очень этого ждала. В прошлом году, мне кажется, я очень мало чего слушала, как музыки, так и подкастов. У меня был какой-то, знаете, такой информационный детокс в силу каких-то своих переживаний, вообще мировых переживаний. Просто не хотелось вот ничего потреблять. Хотелось прям в тишине проводить свое время, чтобы как-то восстанавливаться. И вот сейчас, знаете, прямо такое чувство подъема именно в плане интереса и любопытства, чтобы что-то слушать новенькое, классное, такое образовательное, читать, в общем, изучать. Не так давно я открыла для себя удобную образовательную платформу, которая называется «Правое полушарие интроверта». Там собраны курсы summary на разные темы, в которых лекторы с огромным багажом знаний делятся какой-то актуальной, интересной и проверенной информацией. Для меня там самое главное, что мне не нужно тратить время на поиск какой-то качественной информации, все в одном месте. Все курсы распределены по темам: психология, кино, музыка, искусство, литература и другие. Я просто выбираю то, что мне интересно изучить сегодня, какое у меня настроение, и все очень интересно, и главное, без воды. Прямо сейчас я слушала курс, который называется «Синдром хорошего человека», и, боже мой, какая же это полезная для меня информация. Я не знаю, если вы чувствуете, что вы, например, хорошая девочка, что вы постоянно хотите всем угождать, что вы испытываете чувство вины при отказе, у вас плохо получается отказывать, вы ставите чувства других выше своих, вот это вот все реально, это очень сильно про меня, и я прям слушала там в начале в лекциях рассказывается, откуда ноги растут вообще, что как чего, как думает такой человек, и, собственно, в самом конце, я еще не дошла до этого, но там практические знания, да, что делать, как это менять, и это на самом деле самое ценное и важное, и я прям вот надеюсь, что сегодня-завтра прослушаю эту главу. Может быть, вам что-то тоже расскажу. Вообще, у них больше 300 курсов, и каждый месяц выходят новые, так что всегда будет что посмотреть и изучить. Каждая лекция длится всего 20 минут, и это такое, знаете, временной промежуток, который хорошо заполняет какие-то бытовые рутинные дела или время в поездке, в каком-то перемещении. Еще очень удобно, что у ребят есть приложение для телефона и планшета, и можно слушать в фоновом режиме, скачивать, офлайн слушать, где-то в дороге, например, и для меня это очень актуально в путешествиях, потому что, например, в поездах, самолетах нет интернета, или он очень плохой бывает в поезде, то есть можно продолжать. Правое полушарие интроверта работает по принципу стриминга, и вы платите 300 рублей в месяц и получаете доступ ко всем курсам. Слушайте без спешки, когда вам удобно. Ссылка будет в описании под видео, и также здесь QR-код. Переходите и начните изучать новое прямо сейчас. Пока я тут с вами болтала, Молечка успела запутаться в этой непонятной скульптуре. Она классная скульптура. И еще подоптаться по моему шоперу со второй стороны. Спасибо. Хотела еще напоследок показать вам эту прекрасную фауну, птичью. Если мы подойдем ближе, Молечка их разгонит. Пока я монтировала вот этот самый влог, решила заодно проверить, что у меня там по материалу за март. И поняла, что там не очень много, и в основном это были какие-то приятные моменты с моей подругой Сашей, которая приезжала в гости на полторы недели, и... Наверное, было бы уместно сюда их вставить, чтобы такой сохранить весенний вайб, чтобы этот материал не залежался и, возможно, не канул в лету. Поэтому дальше вы будете увидеть то, что происходило в марте, какие-то дорогие сердцу моменты. Сашура приехала, боже мой! Добралась! Такая налегке прям, ну, в смысле, да. В одежде. Про правила квартиры мы попозже поговорим. Но первое правило этой квартиры, то что как только ты входишь, тебе сразу дают стол. Правильно. Кракен. Кракен. Как он там правильно? Да! Так, Саша будет пробовать знаменитый крафин с фисташкой. Ради которого приехали. Ну, вообще, да, чисто ради него. Саша привезла мне чемодан вещей. Еще один чемодан вещей. Да, мои вещи. Минимализм, все дела. Сама приехала. Вот все, что у него есть.
Все на мне. Ну я просто щедро поделюсь. Еще раз смотреть на вещи, о которых я мечтала. Вот мой свитерочек голубой, любименький приехал. И серенький. Вся палитра собралась наконец. Короче, в основном тут летние на самом деле вещи. Вдруг я до лета не приеду. Саша привезла мне матчу. Кофейные дрипы из Минска, которые здесь не сыскать. 10 марта и просто самый-самый невероятный большой снегопад, так сказать, за всю зиму. Реально такого я еще тут не видела. Знаете, когда снег идет уже пятый раз в Амстердаме, уже не так удивляешься, но вот сегодня все-таки шестой раз меня поразил или какой-то. Но вообще самое смешное, обратите внимание на то, как летит снег. Он как бы не вниз падает, он просто слева направо летит. Ну и ветер, конечно же, примерно 40 километров в час сегодня. Все по классике. Так, просто шок контент. Снег виден на земле. Такого еще нигде не было, честно говоря. Ну, в смысле, нигде. В смысле, нигде в Амстердаме. На моей памяти. Велосипеды уже покрылись снегом. Вообще, что происходит? Лодка. Апокалипсис. А еще крыша соседнего дома вся белая. Забежали с Сашей в подъезд греться. Она снимала мне сейчас рилс и вот такие вот ручки. Просто смотрите, чтобы он зашел. Да, пожалуйста, лайки, комментарии. Не зря мерзли. Так, Саша закуталась. Думала, взяла с собой куртку без рукавов. Думала, жара будет. Платье. Да-да. Сегодня все вошли во вкус и, короче, начали даже лепить снеговиков. Но реально, мы пока шли домой, все дети лепят снежки. Ребята, скажите, было ли у вас такое? В детстве, помните, когда вас посылали за продуктами купить майонез, и вы покупали там какой-нибудь провансаль, городской или какой-нибудь еще, а нужно было только провансаль люкс, и вас отправляли обратно в магазин. Паша? Не было. Муви. Молли. Блин, ну у меня у всех так было. Нет, ну у меня, честно говоря, тоже не было. В общем, мы сейчас будем делать салат оливье. Мы. Да. Мы. Я. Саша. Я еще хочу сделать селедку под шубой. Так вот, Саша сказала, что, блин, главное, правильный майонез и правильная колбаса, а мы какую-то непонятную. Вообще калевый майонез обычный. Да, у нас... Колбаса не докторская. Мы будем крутиться как-то. Вертеться, да. Хочешь жить, умей вертеться, говорит. Да, хочешь здесь жить, в этой комнате. Умей вертеться с колбасой. Заказала в Минске белорусского бренда очень красивое платье. Но оно супер странное, потому что... Вообще, самая красивая здесь, конечно, спина. Просто потрясающая. Но это самый маленький размер на самую явно маленькую грудь. И... На видео не очень понятно, но вот, короче, вот тут вот такой вот, как это, не знаю, пустота и складка, если оно в расслабленном состоянии. А если я его как бы поднимаю на грудь, чтобы оно хорошо сидело, ну, во-первых, оно постоянно падает, как бы с вот, как будто нужной высоты. И плюс вот здесь образовывается какое-то непонятное пространство, ну, и, собственно, поэтому оно и скатывается обратно вниз. Не придает вот эта вот штука уверенности. Встретили Ксюшу из Роттердама, из Минска. Да. Двойное из. Tribute to the whole celebration means the world. So I want to say thank you for putting an effort. Мы живем в Амстердаме. Итак, пришли с Сашей в Fable Fries. Знаменитое место с картошечкой. И сейчас будем пробовать и оценивать. Чисто зашла, потому что наконец-то Саша приехала. И туристический мод он. В будние дни тут очередь до моста. Короче, гигантская очередь. Поэтому лучше приходить вечерочком. В воскресенье, на удивление, мало людей в целом на улицах. Решила воспользоваться светом сырного магазина. И просто смотрю, кот. И мне кажется, что это статуя. А потом я понимаю, что он двигается. И это настоящий кот. Ловит мышей. Причем насчет мышей, это, скорее всего, не шутка моя. Потому что мышей тут много. А это сырный магазин.
Взяли мы картошечку. У меня трюфельный соусик. У Саши поскромнее и менее жирное вот это с кетчупом и пармезаном. Все, можно есть. Угу. Еще я взяла шримп крокет. Урвали с Сашей скамеечку и сидели с таким видом, ели картошечку. Было шикарно. Мы доехали с Сашей в Ими Бабл Ти. И, в общем, здесь рейтинг 4,7, по-моему. Ну, в общем, очень высокий рейтинг. И оказалось, что этот Bubble Tea расположен просто около улицы Красных Фонарей, секс-шопов, не знаю, секс-театра, музея и всего этого. В общем, внезапно мы так прошлись по достопримечательности. Вдохновение взяли. В общем, сейчас будем идти обратно к велосипедам. Очень туристическое место здесь. В общем, мы не допили наши bubble tea прекрасные, но они реально вкусные. И Саша предложила вот так вот везти. Пить. Говорит, удобно. Да, в моей куртке, ну вот узнаем, так сказать, кто пострадает больше. Вспоминают с тобой про годовщину. Все, вот уже 18+, пожалуйста. Уже не для подписчиков. Проезжаем мимо любимого зеркала. И... сделали кадр. В общем, первая поездка в море, это, конечно, такой сумбур-каламбур, но он справился. Очень даже хорошо. Пережили эту поездку с Сашей, я не знаю как, и с Муви. Короче, прическа называется. Ветер 47 километров в час. Честно, это, походу, рекорд, который я здесь застала. Сегодня очень тепло, 14 градусов. Тепло, но ветер просто сносит. И невозможно реально идти в какой-то момент, ну вот в самый адский момент. Я думала, что мы сейчас с Сашей улетим в воду с велосипедами. И еще мы стояли, и перед нами было 4 знака металлических, высоких, дорожных, и я думала, что они сейчас еще и в нас полетят. Саша, ты боялась этого? Я знаков не боялась, я думала, мы в воду летим просто вместе с велосипедами. Да, воду это вообще. И велосипеды сдувает, и тебя сдувает. Первый раз ездила с Муви в корзинке, не было времени вообще приучать его, пришлось просто резко вкинуть в корзинку, но он, слава богу, справился с задачей. И прекрасно ехал, но из-за того, что даже без Муви было бы очень тяжело ехать, но еще 9 килограмм и сопротивление 47 километров в час, и это просто 10 минут такие тяжелые были. Но мы наконец-то съездили к ветеринару и сделали прививку, поменяли паспорт, ну и, наверное, микроконсультация, вот этот чек животного 165 евро. Но у нас есть страховка. И вроде бы 80% должны всегда возвращать. Сегодня, конечно, не Новый год, но праздник к нам приходит, когда Саша к нам приходит. В общем, Саша проявила инициативу, предложила приготовить оливье. Ладно, я шучу. Ница, это не могу. Короче, вызвалась приготовить оливье. Никто ее не заставлял. Не верьте этим шуткам. Вот, и, ну, мы такие, конечно, давай, хотим. Полтора часа, и оля-оля! Поэтому мы сейчас будем есть оливье. Да? Ой, Каролина, очень ужасная ситуация. Что такое? Он пока... Я в шоке просто. Слушай, ну, хочешь, возьми мою, я ем такие. Ну, там, может быть, чуть-чуть... Ну, я реально, вот мне вообще не страшно ничего. Ну, хотя бы... У меня страховка. Обрежь! Так я срежу. Ну, не знаю, мой желудочек, знаешь? Мой справится совсем, не переживай. Ой, не справляется. Они справятся, хороший. Узнаем, хорошая ли медицина в Нидерландах. Ты меня как раз спрашивали. Да? Ага. Мне реально вкусно очень. Ай, как будто на родине оказалась. Мама поцеловала. Ты когда-нибудь делала сама любви? Саше приготовили ужин. На скорую ручку. Пиццуля просто волшебно выглядит. Салатик со строчителлой. Покажи, пожалуйста, прическу свою.
сняла гульку и случайно пропустила немножко. Кстати, я научилась делать эти... Колоски? Колоски же, почему я еще... Ты уже научилась? Ну, в смысле, ну, посмотрела видео. Бэби Дог Сити, так сказать. Двоих котяток. Включила камеру. Do you really want to know what it's like? Пропустила, ну ладно, на принципе. Блин, вы бы все прослушали. Ненавижу геев. Я тоже. Оскар за лучшую роль достается пакету из пятерочки. Черно-белая радуга — это шедеврально, но реально. Очень патриотично, очень по-христиански. С нами Бог! Это прошлое видео. Ну, это что это? Это ваше что-то местное? Местное. А что это? Местное известное. Ну, скажи, что такое скрепы? Ребят, напишите в комментариях. Я не понимаю. Радуга из пыли, дыма и скрепов. Ну, мы вообще-то из Беларуси, объясните. Пишите в комментариях. Что такое скрепы? Можно сейчас загуглить, но я предлагаю дождаться комментариев под видео. У нас правила дома вырисовывается целый список. Мне кажется, надо собирать этот барнбук, или как это было, как я сказала, что мама барни... Короче, кодекс братана, только у нас тут кодекс квартир. Да. В общем, 9-е правило. Каролина, что ты делаешь? Берешь телефон и снимаешь. Делаем сейчас с Сашей хэндроллы. Саша. Готовим хороший рисик для суши, так сказать. Вот огурцы, так сказать. Нори. И, конечно же, красная рыбка с маркета. Mm-hmm. Не засоленная, свежая красная wow. рыба. 3,50 за 100 грамм, кого интересно. Ну вот, я хотела только что сказать, подписчики интересуются. О, Сичу. Вот кто смотрит влоги, так это Саша. Ни одного не пропускать. Ладно, еще Настя. Ну ладно, еще Молечка. И Паша. Для справочки, там просто прозвенел таймер на рис, и поэтому все выключилось, и я не успела сказать, что нет, Аня еще смотрит. Забыла просто. Хотела сказать, что сырая рыба, вообще, ну, свежая, главное, чтобы не отравиться, ей очень вкусная. Ну, вот, правда, Саша не привыкла к такой говорить. Твои комментарии. Ну да, немножечко мне не хватает сольки. Чуть-чуть. И открытие прошлого года или какого-то года, хэндроллы. Да, я еще пока не открыла их. Да. Ну, это в этой квартире много открытий происходит. И вот такие у нас прекрасные тюльпанчики. О, Саша вошла в космос. Блин, не успела снять это. Еще смотри. Повтори. Ты глупаш, представляешь? Так легко. Надо отвечать, правильно отвечать. Мы с Нуечкой два раза не повторили. Сделали потрясающий рис. Уксусик. Уксус. Нам тут суищемся. Слушай, давайте. Ты все? Авокадо и огурец уже нарезаны. Чаи уже выпиты, поэтому следующим идет белое вино вчерашнее. Вафельки уже затестированы. Саше очень понравились. Я действительно просто открытие мое. Я не люблю вафли. Я тоже такие не любила. Причем такие я даже пробовала, но они были, наверное, не свежие. Они были немножко другие. А, ну, может. Ну, вот честно, не знаю. Вино, на которое немножко мы подсели. Ну, как подсели? Подсели, это значит... Нет, Саша, ты не понимаешь. Короче, мы брали на Новый год. Савиньон Блан Новая Зеландия. Ну, Новая Зеландия просто подкупила. И, в общем, стали Савиньон Блан Новая Зеландия везде искать и пробовать. Я вот как-то в кафе брала, и было просто безумно вкусно. И это тоже хорошее. Спасибо. Это ты себе? Это тебе. Вау. Хэндроллчик. Ну, мне кажется, что ты можешь попробовать сперва без соевого все-таки. Блин, хорошо. Но если хочешь, пробуй. Не, мы сперва твою реакцию снимаем. А Паша еще ничего не скручено просто. Вкусно? Правда? Очень. Нужен соевый? Берем половинку нори. Делим на половинки. Вот у нас Саша подготовила половинки. Выкладываем рисик на одну половинку. Потом берем огурчик.
Паша просит поменьше, я люблю побольше. Охоток наискосок по диагонали. И самое главное, это куча рыбы. Свежей вот, голландской. В принципе, вот. Вау. И вот так вот закручиваем. Профессиональное движение руки. Оп. Вау. Ты немножко мочишь? Вижу. Ну, короче, вот это не совсем правильно, тут лучше. Но мы делали вот так вот, конвертики такие. Ты мочишь конец? Да, тут даже не надо. Оп. Куда как? Напоминает кое-что. Да. Если мало рыбы, можно побольше. Немножко мочишь, да? Вот эту часть? Нет. А, все, хорошо. Мы, кстати, с Пашей смотрели, как делать хендроллы, и там был урок на Ютубе. Ну, вообще, честно говоря, так себе. И мы, короче, подумали, что мы сами решим, как сделать. Побольше рыбы, реально, это просто тема. Еще бы икринку красную, такую специальную для суш, но где ее найти, купить, пока не выяснили. Красота, боже мой. Потрясающе. Эти конверты. Как живот ты смачиваешь? Смачиваем водичкой, оп, и так оп. Заклеиваем. Все, заклеилось. Ну так, не то чтобы заклеиться. Кстати, минус игрушка, если вам интересно. Мольчикина была. Минус Мольчикина игрушка, с которой Мольчика еще не успела поиграть. Хендрол гробик. Если настроение на Wednesday. Чин-чин. Тебе сейчас сделаю. А что в вашем холодильнике? Эта рубрика тоже интересна. Вау, покажи, подавай. Это тебе. Рисовые руки. Очень красиво. Значит, Молечка сегодня на улице какала. Испачкала штанишки. Да, у нее на попе там такие штанишки растут. Короче, она их испачкала. Да. Как в самолете. Каролина, смотри, Нишка уже. Да в смысле, я еще даже не сделала глоток. В общем, Молечка сидит, и Паша комментирует, что она такая гордая. С чистыми штанишками. Постиранными. Такая гордая. Ну, я не гордая, уже я задумалась о жизни, по-моему. Блин, просто нельзя убирать камеру, а то шутки все убираются тоже. Да. Что, Саша уже расслабилась на камеру? Ну, дождь-то как-то, как свои. Как свои вы, ребята. Просто Саша человек, который наводишь телефон. Почему я никогда не вставляю во влоги Сашу? Что она наводишь телефон, она просто такая... Каменеет, да. Зойка, это что за люб... Минус рука. Вот та самая игрушка, которую распотрошил Мучка. Он уже сам не понимает, где игрушка. А где просто кожурка от игрушки. Мой, ну, это была мини-маус, кстати. Вот ее лицо. У меня сегодня пришел мерч от Ясны. Мы с Сашей принарядились. Ну, что это за подружки? Не отличить. Вышли мы с Сашей гулять на длинную прогулку, на фотосессию в мини Саши. И вдвоем через 15 минут сели на лавочку, и сил никуда идти нет. Да. Главное, что обоюдно. В общем, мы с Сашей нарыли просто то, что искали. Вот, просто прям, ну, Саша нарыли. Саша, нарыли. Честно, будем честны, молодец. Амстердам перерыли и нарыли, боже мой. И там еще есть лето-мороженое. Боже мой. Мы вчера с Сашей обошли несколько Альберт Хайнов и пытались найти Мотти замороженные, но они должны там продаваться, но их не было. И вот... В общем, наконец-то мы их нарыли, специально пришли в китайский квартал, в китайский магазин. Сейчас оставлю все пароли, заметки, если кому-то надо будет. Саша уже попробовала, говорит, просто отвал всего. Это тут тоже есть. Passion fruit манго лучше пока что. Три человека, так сказать, говорят, да. Что вот это самое вкусное. Да. Маракуйя, passion fruit. Ой, passion fruit и манго. Дегустация всех остальных. А кто это тут? Ой, мальчика такая... А кто это тут? Мучка просто не может остановиться и чпокает Сашину ногу. Мы не знаем, что происходит. Что-то бушует в нем. Док салону королюськи тоже в действии. Коготочки пострижены. Ушки пострижены. Шерсть
конечно, не самый подходящий размер. Вычесана Молечки. Оп. Вот шерсть. Оказывается, она тоже немножко линяет. Но, блин, она такая мягкая шерсть, капец. И уши грязные тоже. Ужас. Вытерты. Моли можно 4 года не мыть уши, и они будут чистые. У Молечки почему-то постоянно очень сильно грязнятся внутри. Возможно, потому что она ближе к земле и больше грязи и пыли собирает. Лежать. Это на ушки показывает, стрижку показывает. Саша, сегодня последний вечер, и я резко вспомнила, что вообще-то хотела сделать фотографию в фотобудке. И, в общем, мы резко решили сгонять за этим. 10 часов вечера. Саша, завтра утром на самолет? Взяли Молечку с собой, чтобы бить двух зайцев, и она посикала. Да. За 10 минут доехали до отеля «Хокстон», кстати, в котором я мечтаю как-нибудь остановиться в каком-нибудь городе. И прямо вот здесь, прямо у входа, видим фотобудку, и там даже очередь. Первую фотографию уже сделали, сейчас будет вторая. Это было очень быстро, мы ничего не успели. Давай тогда поплыть. Не могу. Мне просто меня задница отвалит. Короче, в этих будках вот такая вот, вот такая табуретка на микрожопу. Саша! Саша просто вывалила из кармана моей куртки все вкусняшки. Я не могу. Давай только первую. Смотри, как говорит, все хорошо? Данке. Подожди, подожди, смотри быстрее в камеру, быстрее. Бля. Так, следующий. Просто слуй. Давай ты меня. Сердечко. И сердечко, смотри, нет, что это черное не должно быть так, ты что? Не, вы гляньте, блядь, 4 евро. На память. За одним хуйня. Нет, вы гляньте на это. Айфон просто не дает. Это просто трэш. С меня списали деньги, с Сашей списали деньги, но мы получили только одну фотографию. Получается, мы получили одну испорченную фотографию. После этого получили фотографию ребята, которые были после нас. И потом третьи ребята получили уже фотографию и ушли только что. Все, как ты хотела. У вторых тоже испорчено, а мы просто вообще ничего второго не получили. Просто тут ходят люди вообще каждую минуту фотографироваться. И нескольким я сказала, гайс, не надо, вот смотрите на это ужас. И там одни развернулись, ушли, поблагодарили, что мы их предупредили, другие все равно решили сделать, и у них просто еще больше и жирнее полоска, вообще ужасно выглядит. Вот. Сейчас подождем следующих. Я просто все думала сделать еще раз, но уже передумала. В общем, фотобудки в Хокстоне просто жирнейший дизлайк. Мне жаль тех людей, которые сейчас будут делать фотографии. Мне уже устала просто людям говорить. Вы знаете, тут говно полное. Вот, ну, нет, больше всего, конечно, расстраивает, что просто ничего не вышло. Даже голимая фотка не вышла за оплаченные 4 евро, Саш. Да, я еще и жалела, и еще ничего не получила вообще. Не могу. А позировали так старались. Блин, реально, это так обидно. Мы так позировали, такие просто новые позы были, стопа. Ну реально, я очень ждала. Вторая фотосессия была такой многообещающей, и просто ничего. Мы с Сашей сегодня заходили в магазин и покупали вот этот вот сидр. Покажи упаковку. Apple Bandit, знаменитый сидр в Амстердаме, который в каждом кафе стоит 5-6 евро, а в магазине стоит 1 евро. И, в общем, мы купили по бутылочке, Саше не хватило. Поэтому мы сейчас купили за 5. Магазины закрылись, да, да. Пришлось догнаться за 5 евро. Ну, немножко обидно, да. Зато он даже вкуснее, вот честное слово. Мальчику просто занесло в этот бар, потому что она вообще выходила в туалет, что оказалось в фотобудке, и что-то пошло не по плану. И скоро окажется в лодке. Я не поняла. Да. В общем, мы еще думаем на лодку пойти кататься. Ну, последний день просто. Полторы недели ничего сделали. Полторы недели сидели дома и такие, последний день.
не могу вырезать. Потому что не могу. Знаешь, что попадает сюда, уже непонятно куда. Я побаиваюсь, честно. Вот в такой атмосфере мы сидим. Бар Фокса не был, конечно, поприятнее. Но зато, на минуточку, здесь есть сидр, а там не было. Блин, а чего так, если здесь? Так, все. Пока-пока. А дальше можно стоять. Пока! Фу, грязно. И я, короче, ездила первый раз. Так, водичку не включать. Пятое правило этого дома. Пока я снимаю, не включать воду. Всем спасибо за просмотр, я нарезать рыбу. Ну ничего, сейчас будет, сейчас на камеру сделаем получше. Это блуперсы вставим. Блуперсы — это то, что в конце видео? Да. Типа всякая нарезочка прикольчиков. Прикольчиков, да. Надеюсь, вы все досматриваете до блуперсов. Я досматриваю. Ставлю это в блуперсы, чтобы проверить, так сказать, досматривают ли те, кто не досматривает.